В спортзале Олимпийского центра «Планерная» звучат слова благодарности и поздравлений. Повод – день тренера. А потому все внимание спортсменов и их родителей направлено именно к ним, к наставникам. Мы очень любим и уважаем наших тренеров, и наши дети очень любят и уважают тренеров. Поэтому для них такое мероприятие мы создали. Здесь в плане, в формате турнира баскетбола 3-3 сейчас будут играть ребята. В этот день в школе Олимпийского центра «Планерная» состоялся турнир по баскетболу среди детей 10-12 лет. 70 юных баскетболистов сыграют 35 матчей до победного 21 очка. Евгений Голубаев, тренер с большим стажем, рассказывает, что такой формат турнира позволяет каждому спортсмену проявить себя. Здесь нет моего вмешательства. Они более свободно себя чувствуют, Когда под моим руководством, конечно, сложнее играть, здесь они более. Я смотрю, как они проявляют свою инициативу, импровизируют. За игрой юных баскетболистов наблюдают их родители. Они гордятся наставниками детей. Николай Моисеев признается, что не пропускает ни одного турнира, в котором участвует его сын. Сейчас выйдет на баскетбольную площадку, посмотрим его взаимодействие, сколько забьет, будем болеть и поддерживать. Мы очень рады здесь присутствовать сегодня. Очень все организовано достойно, очень все напряженно. Мы сейчас смотрели предыдущую игру, болели за ребят, потому что это в целом одна наша команда. В спортивной школе Олимпийского резерва номер один в Химках в следующем году исполнится 50 лет. Им есть чем гордиться. В настоящее время здесь занимается более 500 учеников, которых обучают опытные тренеры. Под их наставничеством спортсмены показывают высокие результаты и добиваются признания на разных соревнованиях, как областного, так и всероссийского уровня. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.